Всем привет! С вами опять мы. И мы лепим столько за снеговика. То есть не столько, а вообще просто снеговика. Ну мы поехали. Мы уже вот столько комов слепили. Будем как-то соединять. Вот такой ком мы слепили. Ну катите. Чуть-чуть. Стоп. Давайте взять и комов сделаем один, я не знаю. Ну, люди, это как-то слишком. Нет, давайте сделаем один из них. Ком. Давайте из них сделаем один ком. Если мы сделаем один ком, мы третий шарик не затащим. А мы его не будем тащить, мы будем на стремянке его потихоньку лепить. Ты представляешь, что такое? Ну, вот в такой уклон стремянки и вот в такой уклон. Так мы сейчас слепим, вот, видишь, здесь будет такая это. Короче, лепим. Погнали, погнали, потихоньку. Давайте. Давайте, потихоньку чуть-чуть. Он не влезет. Попробуйте. Эти опоры. Опоры? Наоборот. Все, давайте. Толкай. Не езжай, Надя! Кидай камеру! Ну так, вторая попытка. Давай еще чуть! Ты сможешь! Давай! Лепите вместе со стремянкой! Со стремянкой лепи! Со стремянкой лепите! Потом отцепим! Со стремянкой лепите! Хотя нет! Хорошо! Ну так, мы отключаемся на пару минут. Ну, пока не сделаем его нормально. Покажи. Это зря! Вот такого снеговика мы уже слепили. Два кома. Мы лепим третий ком. Точнее, мы пока что делаем стоп. А потом будем его обтачивать. Вот видите? Вот такое вот чудо. Ну, практически как два человека. Ну и мы еще будем высоту делать. Вот такой у нас снеговик пока что получается. Мы уже поздно очень, уже 7 часов, 4 лепим.